Благотворительная елка во Дворце профсоюзов в рамках традиционной акции «Профсоюзы детям» – символ единодушия, милосердия, добра и взаимопомощи. Каждый год профсоюзные активисты стараются создать настоящую новогоднюю сказку для взрослых и детей и подарить им от всего сердца сладкие такие желанные подарки. В городе Бресте на базе областного профсоюзного дворца культуры профсоюза проходит профсоюзная елка, на которую мы пригласили более 350 детей, членов наших профсоюзов. Это и дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети, у которых, может быть, судьба на данном этапе их жизни складывается не совсем благополучно. И мы хотели бы привнести в жизнь этих людей и этих детей чуточку, скажем так, радости, везения, чтобы у них все получилось в новом году. Хочу сказать, что это мероприятие проводится в рамках республиканской профсоюзной акции «Профсоюзы детям». Она традиционно проводится с 2002 года профсоюзами в декабре и в январе месяце. В этом году творческий коллектив Дворца профсоюзов подготовил представление «Снежная королева против». Темные силы в лице Снежной королевы против наступления Нового года и праздника, поэтому она и ее помощники делают все возможное, чтобы его не было. Герда, Кай и их друзья противостоят злу, но одним им не справиться. На помощь героям приходит дружба, сказочные персонажи и, конечно, зрители. Мы играем Кай и Герду, занимаемся актерским мастерством, выступаем в ДК уже несколько лет. Просто горим этим делом, очень любим это дело. Да, мы занимаемся в студии «Огни Мельпомены», и я выступаю уже не первый год. Каждый год у нас разные спектакли, они все очень интересные, но каждый спектакль, он с одним смыслом. Добро всегда побеждает зло. Талантливые артисты, профессиональные вокалисты, танцоры и акробаты погружали маленьких и взрослых зрителей в прекрасную историю Ханса Кристиана Андерсена. А силы дружбы и добра помогли присутствующим почувствовать себя частью большой профсоюзной семьи. Хороший спектакль очень. А что было? Что увидел? Каких героев? Ну, Снежную королеву, Бабу-Ягу, Деда Мороза, Кая и Герду. Бабу-Ягу, Снежную королеву и очень много персонажей. Так бы очень понравился. Собаку на пульте управления. А что ты любишь Новый год? Подарки и елку. А что ты загадала в этом году? Много игрушек. А чего пожелаешь всем в новом году? Самого доброго и самого хорошего. Новогоднее настроение появилось уже давно, когда бы только снег выпал. Я его хочу сначала провести с родителями, а потом уже отмечать в кругу друзей. Также не обошлось без больших сюрпризов. Дед Мороз и Снегурочка в дружном хороводе подарили всем присутствующим новогоднее настроение и подарки. А самое главное, зарядили всех позитивной энергией на наступающий 2024 год. С Новым годом! С новым счастьем! Поздравляю вас, друзья! И желаю вам улыбок, ведь без них никак нельзя. С Новым годом! Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.